эти отношения, мне вот именно строить отношения мне нравится. Вот эти уровни разные, там, какие, там вот, всякое, учить друг друга чему-то, это самое офигенное вообще. Да. У нас по логам будет складываться, как будто ты меня чем-то наставляешь, учишь мне, я такой... Наставник. А знаешь, ну, твоя речь такая продуктивная, типа, ну, ты весь из себя такой деловой, а я такой, да, да. Как будто я вообще до этого ничего не говорил. Наставник, джедай. Хочешь чай, Макс? Угу. Да? С корицей. Тот самый. Кирилл почти смонтировал видео. Чего? Завтра его выложит. У меня, кстати, идейка пришла. Знаешь, сколько она получила? Чего? Ты сейчас скажешь. 8 минут. Чего? Видос идет 8 минут. А, ну конечно, мы там сколько сидели там, в комнатах. Капец. Какая цель идея пришла? Ну, такого небольшого этого. Хоррора. Ну, блин, не хоррора, знаешь. Триллера, ну, саспенса. Угу. Без всяких контрастных там, блин, элементов ужаса. Чё суть? Ну, это только, знаешь, это только такая, ну, небольшой ход событий только, и все, а полностью я еще не, просто зацепочку, как зацепочку я посмотрю, чтобы ее можно было развить. Ну, просто чувак сидит, смотрит видео, на видео шторы или занавески. Это будет хорошо бы снять, наверное, да. Ей шторы нормальные. Получается, у бабушки дали. Моей. Он смотрит видео про шторы. Он смотрит видео про шторы? Ну там, короче, на видео шторы просто снимаются. Можно это, знаешь, как... к этому подойти так, что, типа, ему друг прислал видос, смотри, какой видос, типа, прикольный. Или типа того, что-нибудь как-нибудь можно подвести, ну, нормально к этому. Ну вот.